Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям нашего края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня в выпуске. Где проводят квесты о здоровом питании и как приучить себя к здоровому образу жизни? В Красноярске появится новый памятник святителю Луке. Какие факты о знаменитом хирурге до сих пор удивляют врачей? Ровно 140 лет прошло с тех пор, как на свет появился выдающийся врач, святой хирург, епископ Русской Православной Церкви Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. В годы Великой Отечественной войны именно к нему везли самых тяжелых пациентов. А некоторые факты о знаменитом хирурге до сих пор удивляют врачей. Об этом в следующем сюжете. Все так или иначе, проезжая вот мимо этого дома, по этой улице, не подозревали, что на самом деле это особое место, место, связанное с памятью выдающегося хирурга. Мимо этого дома на Винбаума 21 каждый день проходит десятки тысяч людей. Но мало кто знает, что здесь в годы Великой Отечественной войны жил знаменитый хирург и епископ Русской Православной Церкви Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. В день рождения выдающегося врача жители края решили установить на старинное здание памятную табличку. Люди хотят, чтобы об этом объекте культурного наследия знали все. Мимо этого дома я, будучи студентом, многократно ходил и удивлялся, то есть его состоянию. Сегодня состояние вот его, ну, желает лучшего, наверное. Поэтому вот эта табличка, это, ну, может быть, такой первый шаг, чтобы этот дом как-то все-таки сохранить. Места, где жил и работал святитель Лука, считаются святыми. С некоторыми из них связаны невероятные истории. О них периодически рассказывают студентам Красноярского медуниверситета. Хирурги, которые работали в травмпункте, где вот сейчас памятник святителю Луке стоит, они говорят, мы делали там сложные операции, причем тяжелые случаи, оперировали, сами были начинающие, не было там тоже возможностей каких-то технических много, но люди, как говорят, вот выживали, удивительно выздоравливали. Медицинский университет появился в нашем городе во время Великой Отечественной войны и теперь носит имя Войно-Ясенецкого. Именно здесь находится музей, в котором хранятся вещи знаменитого хирурга. Из тех подлинников, чего касались руки Войно-Ясенецкого, это его письменный прибор. Экспонат нам передан в дар Тамары Петровны Сизых, которая собирала биографию Войно-Ясенецкого. Мы очень счастливы, что действительно есть та вещь, которую касались выдающиеся руки хирурга. Здесь же находится и самое ценное – Библия хирурга. Так называют книгу, которую святитель Лука написал лично. В ней описаны методики лечения гнойных ран. Пользуясь этими знаниями, врачи спасали самых тяжелых пациентов. Книга настолько бесценна, что на тот момент заключенному автору дали сталинскую премию первой степени и 200 тысяч рублей. Большую часть этих денег Войно-Ясенецкий отдал сиротам войны. Он действительно добился очень хороших успехов в своей работе. И вот он говорит, большой для меня самой наградой было, когда я шел, и солдаты, раненые сохраненными ногами, салютовали ему, то есть показывали, что если бы не его вот эти навыки, знания, ногу пришлось бы ампутировать. И все признают, и хирурги, если мы будем интервью смотреть, которые дают, они говорят, что до сих пор это актуально. Это цех знаменитого скульптора Константина Зинича. Сейчас здесь активно работают над новым памятником святителю Луке. Сначала он был сделан из глины, затем в полную величину 3,5 метра из гипса, а конечный результат будет в граните. В одной руке скульптуры вложен крест, а в другой – скальпель. Рядом книга «Очерки гнойной хирургии» – главный медицинский труд хирурга. Конечно, в целом, сама композиция лепилась легко. И до конца бы не были уверены, что на самом деле что-то будет. Такого человека лепить, естественно, нужно соблюдать какие-то традиции. И, естественно, получали благословение. И владыка Пантелеймон приходил, освещал начало работы, освещал процесс лепки. В Красноярске это будет уже второй памятник профессору Валентину Войно-Ясенецкому. Его планируют установить уже этим летом напротив медуниверситета. Люди хотят, чтобы память о выдающемся враче жила вечно. В Красноярске начали проводить квесты по здоровому питанию. Участвуют в них в основном школьники и их родители. Врачи считают, что основам правильного питания надо обучать каждую семью. Как это выглядит на деле, расскажем и покажем прямо сейчас. В
Впервые квест по здоровому питанию состоялся в Красноярской школе номер 46. В выходной день родителям и их ученикам предстояло пройти несколько станций. На каждой надо найти ответ на ту или иную задачу. Здравствуйте, вы пришли на нашу станцию, называется «Зеленая аптека», и тут два задания. Первое задание нужно назвать 10 лекарственных трав. Крапива. Один. Подорожник. Два. Ромашка. Три. Женьшень. Изучать основы здорового питания лучше всего всей семьей. Так проще отказаться от вредных продуктов. Заменять их на полезные надо учиться еще в детстве. Овощи, фрукты, ягоды. Мне кажется, что это интересно как детям, так и взрослым. Вы назвали все правильно, назвали 10 лекарственных трав, отгадали все загадки, и мы вам даем 10 баллов. Проходите дальше. А это станция физической культуры. Здесь надо выполнить простую, но очень веселую зарядку. Она, по словам школьников, заряжает энергией на целый день. Во-первых, меняется настроение, сразу чувствуешь, никакой усталости нет. То есть сразу хочется бодрить и веселиться весь день, и хорошее настроение также на весь день. Дима составит меню из завтрака, обеда, полдника, ужина и паужина. В котором будет входить больше молочных продуктов, так как молоко полезно детям. Составить меню для учеников младших классов – задача не из простых. У каждого свое. Ее любимое блюдо, а выбрать надо то, что действительно полезно. Картошка. Сырники. Чай с молоком. Каша. Несквик. Вкусно очень. А что это ты ешь? Какая-то трава и фасоль. Она очень полезна для роста и для жизни. На квест по здоровому питанию приехал и настоящий шеф-повар Денис Гончаров. Он угостил полезными растительными продуктами и рассказал, как приготовить вкусное блюдо – кускус. Кускус – это такая крупа. Она наподобие манки, только покрупнее, характерная для африканских народов. Но у нас Россия, она очень хорошо прижилась. После того, как мы его обжарили, добавили водички, соль, сахар, он получился вот такой вот прям плотненький. Мы его ложечкой разбиваем, круто, измельчаем, насыщаем воздухом, делаем такое кухонное волшебство. Она сладкая и немного соленая, намного вкуснее, чем мама готовила. Она вкусная, полезная, и когда ее берешь в рот, она такая горячая, и такое ощущение, как будто ты стал молодым, маленьким, когда тебя кашей кормят. Очень вкусная каша. Очень вкусная. Будь здоров! Правильное питание является одной из составляющих здорового образа жизни. А вот чтобы к нему приучить себя, потребуется как минимум 21 день. После этого срока вырабатывается привычка, говорят врачи. Мы решили выяснить, как за 21 день приучить себя к здоровому образу жизни. Сейчас у нас в гостях Ольга Кутумова, главный врач Красноярского краевого центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук, доцент. Ольга Юрьевна, в чем заключается здоровый образ жизни? С чего надо начать? Начать нужно с утра. Как только человек проснулся и потянулся в постели, он сразу идет на кухню и выпивает стакан воды чистой, ни чая, ни сока, воды. С 5 до 7 часов у нас начинает активно работать кишечник. Мы заряжаем свой организм. Потом он возвращается и начинает делать утреннюю зарядку. Не менее 15 минут. И при этом очень хорошо, если он будет смотреть на себя в зеркало. Не сколько с целью того, как он правильно делает упражнения, а улыбаться себе и заряжать себя положительной энергией. Мы обязательно должны помнить, что наш день начинается с завтрака. Не с кофе или чая, не с печенья, не с конфетки, а с завтрака полноценного, в котором обязательно должен был белок. В течение дня мы едим 3 раза полноценно и 2 перекуса. И если у нас на работе нет столовой, значит, мы должны заранее позаботиться об этом и взять с собой из дома свои перекусы в виде творожка, йогурта, то есть белковые продукты, либо фрукты какие-либо, либо орехи. Мы всегда помним, что мы должны больше двигаться. И поэтому утром на работу, либо часть пути, мы проходим пешком. Если мы находимся в здании, где есть лифт, мы часть пути проходим лестничные пролеты пешком. Мы помним, что мы должны спать 8 часов.
И поэтому ложимся спать вовремя, не позднее 11 часов. И поэтому ужин у нас будет за 3 часа до того, как мы легли спать. Не за 4. Если мы пришли в 6 часов и сказали, что мы в 6 часов вот поужинали, а ложимся спать в 12, этого делать нельзя. Мы должны еще раз что-то съесть. Угу. И мы обязательно помним, что у нас очень много людей, которые имеют вредные привычки, особенно курение. И поскольку каждый человек не может самостоятельно решить эту проблему, только 5 из 100. Самостоятельно только силой воли. То всем остальным нужно запланировать в своем рабочем графике, записать в блокнотик, что я должен посетить врача Центра здоровья и получить консультацию, как отказаться от курения. Большое спасибо. Ну а мы переходим к другим темам. Далее рубрика «Мединфо» о значимых событиях сферы здравоохранения края расскажем прямо сейчас. Врачи краевого онкодиспансера проводят выездные лекции для всех желающих. Подобные встречи уже не раз проходили и в различных организациях Красноярска. Если ваш коллектив тоже хочет узнать о том, как предотвратить онкозаболевания, обращайтесь в отделение профилактики краевого онкодиспансера по телефону 222 40 28. Добавлю, за первый квартал текущего года специалисты краевого онкодиспансера провели 6 лекций, которые посетили более 280 человек. В краевой клинической больнице появились платные услуги. Речь идет о диагностических исследованиях и консультативных приемах врачей, таких как кардиолог, ортопед, эндокринолог, уролог, невролог. Также жители края смогут пройти обследование, в том числе по комплексным программам «Проверь щитовидную железу» и «Здоровое сердце 40+.» Эти диагностические программы позволят пациентам получить заключение о состоянии сердца и щитовидной железы после 2 визитов в больницу в удобное время. Каждый день на нашу электронную почту приходят вопросы от телезрителей. Напоминаю, что мы их передаем врачам, и уже в следующей программе 12 мая мы ответим на них в рубрике «Спроси врача». На этом у меня все. Телефон нашей редакции 233-0403. С вами была Екатерина Самохвалова. Желаю крепкого сибирского здоровья.